Евгений Люлин встретился с председателем Новгородской областной думы Еленой Писаревой. Председатель законодательного собрания Нижегородской области рассказал об основных направлениях работы областного парламента и о том, что делается для повышения ее эффективности. В рамках проекта «Повышение эффективности деятельности парламента» депутатами и сотрудниками аппарата совместно с экспертами проектного офиса «Росатома» ведется работа по совершенствованию закона творческой деятельности, организационной работы, информационного и материально-технического обеспечения. По словам Евгения Люлина, в законодательстве в законодательном собрании уделяется особое внимание вопросам развития межпарламентских связей, взаимодействия с коллегами из других регионов. С 2002 года было заключено 18 соглашений о сотрудничестве. В настоящее время идет работа по подготовке 19-го соглашения с законодательным собранием Пензенской области. Это наш Нижегородский Крем, вот это наше здание законодательного собрания. Самое главное, это казаковская филигрань. У нас сохранилась половина всех народных промыслов России, вот сохранившихся, они находятся в Нижегородской области. Один из них – это плетение серебряной нитью, вот это ручная работа. Вот. Поэтому Спасибо большое. Музей законодательного собрания Новгородской области, именно Новгородской областной думы, это займет свое почетное место и будет обязательно радовать не только меня, а всех депутатов нашей Новгородской областной думы. Спасибо большое. Встреча была насыщенной, интересной. Обмен законотворческим опытом позволит оптимизировать работу в каждом регионе. Практики, успешно реализованные в Нижегородской области, безусловно, могут получить распространение и в других субъектах Российской Федерации. Владимир Смирнов, Ренат Бикбаев. Время новостей.